повезло, так повезло, как утопленнику. Мне сейчас только убийства журналиста не хватает. Кто он такой-то? Хоть ты узнала? Да. Алексей Тимаков. Живет в нашем городе последние 2 года. До того, как приехать сюда на ПМЖ, трудился в нескольких московских изданиях. Заслужил славу скандального журналиста. Убийца обидником. Ладно, давай дальше. Из Москвы ретировался после удачной публикации касательно одного крупного чиновника из Министерства обороны. Суд признал обвинения Тимакова несостоятельными и приговорил к крупному штрафу. Штраф уплатил редакция, но из газеты поперли. В общем, вижу, понятно. Желающих его грохнуть была целая очередь. Но мне сейчас глухарь не нужен. Мне нужно фонин ловить. Здорово, Вань. Ну что ты? Сергей Иванович, убитый Тимаков. Огнестрел в левую височную часть. Похоже, стреляли с близкого расстояния. Кто нашел? Местный лекарь. А что еще? Да, ночью был звонок его гражданской жены Ольги Чащиной. Заявила его пропажу. Товарищ майор, Ольга Чащина – это сестра Андрея Чащина, которого убил Суворова. Титова, я еще не в маразме, я все помню. Ну что там? Что? Следов борьбы нет. Деньги, ценные вещи, также планшет погибший. Все на месте. Понятно. Сергей Иванович, я уверен, что покойный знал своего убийцу. Титов, ты не умничай, ты делом займись. Во сколько примерно все произошло? Сейчас выясняем. Черт. Только огнестрела сейчас не хватало мне. Сергей Иванович, кое-что любопытное. Так, больше 20 звонков от Ольги, 2 от какого-то Григория и 1 интересное СМС. Алексей, прошу приехать ко мне домой после 22:00. Суворова. Суворова. Mm-hmm. Молодец, Ситова. Так держать. Спасибо. Делом займись. Я понимаю, как тебе тяжело. Я всегда буду с тобой. Я тебя никогда не оставлю. Правда. А эту тварь, когда посадят, так на всю жизнь. Ненавижу ее. И все портит, все. Спасибо, девочка моя. Давай не будьте больше мне говорить. Да, давай просто забудем. Суворова, спрашиваю еще раз. Тебя Тимаков чем-то обидел? За что его убила? Я не убивала. Я почти не знаю Тимакова, мы видели с ним только 2 раза. Да, он приезжал ко мне вчера вечером с твердым намерением помирить меня с дочерью. Мы с ним поговорили и... И? И дальше что? И ровно в 11 он уехал, я вам уже говорила. Кто-нибудь может подтвердить твои слова? Кроме меня пока некому. Хотя, подождите. Кажется, в тот вечер около дома по вашему приказу дежурила машина капитана Тарабрина. Спросите у него. Спросим. Товарищ майор, у меня не было мотива убивать Тимакова. Зря ты его грохнула в доме. Надо было в другом месте. Или, может, это дом на тебя оказывает такое мистическое влияние? Повторяю, я не убивала Тимакова. Сидеть! Он приехал ко мне вчера вечером с твердым намерением помирить меня с дочерью. Мы с ним поговорили, и он уехал. Куда он поехал, мне неизвестно. Титов, дай-ка ей водички. Суворова, я имею право продержать тебя у нас 72 часа. И за это время, ты уж мне поверь, я сумею раскрыть все твои тайны. Суворова, что происходит? Мне только что доложили, что вы чуть было и потеряли пациента. Вам не соврали. Ну и что? Как это понимать? Что произошло? Ведь операция была несложной. Пациенты не выдержали сосуды. Такие вещи даже начинающий хирург прогнозирует. Я прогнозировала, но, к сожалению, все оказалось намного хуже. Значит, плохо прогнозировали. Александра Михайловна, вы в плохой форме. Ваши личные проблемы сказываются на работе. Возможно, мне придется временно освободить вас от операции. Саша, нам нужно поговорить. Не сегодня. У меня было много работы, очень устала. Я настаивал. О чем ты хочешь поговорить? О твоих девочках с архитектурного факультета или о дружках, с которыми ты до утра задерживаешься вовсе? Неужели ты не понимаешь, что это все плод твоего больного воображения? Этого же нет всего в реальности. Я думаю, Саша, надо идти к доктору. Я не хочу больше продолжать этот разговор. А я не договорю.
говорил с тобой. А я договорила, Андрей. У нас с тобой что-то не клеится. Не я в нашей семье из чати, а? У тебя же стали умирать пациенты! Я виноват! Может, у тебя что-то не клеится? Повторяю вопрос. Где Суворова была ночью? Дома была. Точно? Точно. Во сколько точно к ней приходил, уходил Тимаков? Какой Тимаков? Не было никакого Тимакова. Слышь, капитан, ты дурака-то здесь не валяй. Во время твоего дежурства произошло убийство, понимаешь? Давай, колись. Где был? Кто делал? Где? Спал я в машине, нажрался и спал. 10 не было, когда заснул-то, ну. Ханна Суворовой нет у нее алиби. Ты это, ты здесь хоть проветри. Или не дыши. Тут дышать нечем. Пойдем отсюда. На, вот поешь. Не хочу. Но хоть и яблоко съешь. Ведь голодная. Не хочу. Сюда приходил Кирилл Уваров. Хотел со мной поговорить, и отказалась не встречаться. Он очень хороший человек, я не хочу его впутывать во все это. Ну, ладно, хватит причитать. Ты лучше мне честно скажи, что произошло. Полина Алексеевна, я, по-моему, совершила глупость. Алексей Тимаков приезжал ко мне в тот вечер и уговорил меня поехать с ним. Я не знала, куда он меня везет, но когда он меня привез к этому дому, я накричала на него. Я не стала даже его слушать и ушла. Но я его не убивала. Я-то верю. Но зачем ты неправду сказала майору? Я не знаю. Он так был уверен, что это сделала я. Испугалась, наверное. Вы одни там были? Ты никого не видела? Нет. Значит, без свидетелей. Я не понимаю, что теперь делать. У Маши завтра конкурс. Я так хотела быть там. Это так важно для нее. Ну, я думала, хоть не рядом, хоть издалека. Полюбоваться ею. Слушай, а может, убийство этого журналиста Тимакова связано с убийством твоего мужа? Нет. Андрея убила я. А за что ты его убила? Не хочешь мне сказать? Об этом никто никогда не узнает. Ну, слава богу, добрались. А я уже был начал беспокоиться, думаю, ну что такое? Вроде бы всем договорились и аренду оплатили, а вас все нет. Знали бы вы, что такое значит вывести на природу дух. Очаровательные барышни. Они вон с собой полдома взяли. Перестань. Да еще эти пробки. Вы уж простите, если заставили ждать. Да что вы, что вы. Это моя работа. Проходите. Проходите, пожалуйста. Проходите. А можно я? Можно. Пожалуйста, проходите. У нас тут прекрасно. Вам очень понравится. И лес, и речка рядом. А осенью, зимой пейзажи потрясают воображение. Вы знаете, в таком доме жить хорошо в любое время года. И вот этой маленькой принцессе будут раздолье. Это точно. Мам, а когда мы пойдем гулять в лес? Вот распакуемся, сделаем наши любимые тосты и прямиком на природу. Ну, все в порядке? Да. Вот вам ключи от дома. Это сигнализация. Телефон вот здесь. Если будут какие-то проблемы, звоните. 24 часа в сутки я в вашем распоряжении. Всего вам доброго. Спасибо. Приятного вам огромное. Отдыха. До свидания. Как я счастлив отдохнуть вместе с вами.
девочки, вы как знаете, я завтра иду на охоту. Машка, ты со мной? Нет. Мы с Машкой останемся дома. Это не женское дело на охоту ходить. Ну, как знаете. Простите. Да, Людмила Ивановна, слушаю вас. А что, больше никого нет? Ну, пусть Карпенко посмотрит. Людмила Ивановна, я сейчас с семьей за городом. Я поняла. Хорошо, да, я где-то через полтора часа буду. Мам, ты что, уезжаешь? Ловишь, солнышко. Ну, прости меня, пожалуйста. Прости меня, понимаешь, у меня у пациентки очень сложная ситуация. Возможно, понадобится операция. Мамочка, пожалуйста, не уезжай. Маша, маме надо срочно спасать человека. Она у нас хирург или какой-то там архитектор. Давай ее отпустим. Она всем нужна. А мы с тобой как-нибудь справимся, да? Маша, мне уже надо понимаешь? Не переживай, все будет хорошо. Молодцом. Угу. Я позвоню, если смогу. Ну, пойдем осмотримся. Что здесь на втором этаже? Куда побежала? Послушайте, у меня есть предложение. Давайте мы пойдем путем журналиста. В каком смысле? Ну, путем Тимакова. Возможно, так мы узнаем, что он выяснил с Уваровой. А теперь ты послушай меня, Титова. Мне что, больше заняться нечем? У меня Афонин на свободе до сих пор бегает. Я вот здесь сижу, как проклятый, изучаю эти распечатки телефонных переговоров. Запомни, убила Суворова, убила журналиста. Нам просто осталось найти орудие преступления с ее отпечатками. И хорошо бы свидетеля еще, который видел, как она спускала курок. Ну, давайте я сама этим займусь. А в неурочное время это никак не повредит работе. Тебе-то это зачем? Буду писать роман на пенсии. Роман — это хорошо. Но тогда уж и сделай меня главным прототипом. Обязательно. Чего ты сидишь-то? Ты уснула, что ли? Я работать за тебя буду. Дин, ну как ты себя чувствуешь? Хорошо. Все хорошо, не болит уже ничего? Ничего не болит. А слабость уже все прошла? Угу. Здорово. Кирилл Антонович, а мне сказать, что вы уехали. Уже вернулся. Здравствуй, Дина. Как себя чувствуешь? Хорошо. А где тетя, которая меня нашла? Она сейчас не может прийти, но ты с ней обязательно встретишься. Ладно, мы с дядей Матвеем пойдем, зайдем тебе позже. Я буду ждать тетю. Она хорошая. Да пойдем. Кирилл Антонович, что случилось? Я с таким никогда не видел. Вы что, к этой убийце ездили? Ты смей так говорить о ней, ты понял? Я запрещаю тебе так говорить! Запрещаю! Хорошо. Хорошо, Кирилл Антонович, извините. Я вам хотел сказать, что приходила инспекторша, сказала, что они начали оформлять документы на Дину. После выписки ее определят в местный детский дом. Вот и хорошо. Лучше побираться для матери пропойцы. Василий Нестеров. А кто интересуется? Это вы подали иск против гражданки Суворовой? Да вообще кто? Ну, в двух словах не объяснишь. Вы хотите обидеть очень хорошего человека.
И это недопустимо. Поэтому у меня к вам разговор. Я вызываю полицию. Полицию вызывай. И правильно. Вот им-то и расскажешь, как в прошлом году с дружками по пьянке искалечили собутыльника. Где твои дружки сейчас? В тюрьме. А ты на воле гуляешь. Нехорошо. Ты вообще кто? Так я же тебе сказала, в двух словах не объяснишь. У нас времени мало. Давай поговорим. Здесь была? Да, была. Молодец. Увози его дела. Сергей Иванович, как вы думаете, кто слил информацию? Да какая разница? Иванов, Петров, Сидоров. Главное, Афонин. Афонин здесь, в городе. Я его возьму. Ну, и теперь Суворов будет опасаться. Вон пошла и дорогу сюда забыла. Сама я поняла. Найди себе беседую попроще. Сама. Нечего из клиентов распугиваться. Ну почему так грубо? Но у меня завтра будут деньги. Сегодня нет, завтра будут. Я тебе еще не по-русски сказала. Или ты на зоне все мозги отщепили? Ты что, охренела, какая зона? Короче, даются ровно одну минуту. Через минуту не исчезнешь. Полицию вызову. Теперь поняла? Давай, вон пошла! Сидела, сейчас отыгрывается. Я тебе это запомню. Привет. Работаешь? А что? Да ладно, ладно, садись, не обидно. Ты что, дядя? А, все понял, извини. Я работаю. Я работаю. Здравствуйте, извините, пожалуйста, могу я поговорить с Григорием, сотрудником Алексея Тимакова? Нет у нас больше такого сотрудника, Алексея Тимакова. А вам лучше подняться на второй этаж. Спасибо. Здравствуйте. Титова Евгения Александровна. Я расследую дело об убийстве Алексея Тимакова. Я уже все рассказал. Спасибо, мужики. Леха накопал, что Осинов, начальник областных дорог, вкладывал ворованные деньги в московские ночные клубы и строительство. Все материалы у Лехи в компьютере. Осинов Леху убил. Осинов. Больше некому. Как вы думаете, зачем он приехал в охотничий домик? Я боюсь, что не могу об этом говорить. Давайте тогда попросим разрешения у покойного Тимакова. Последнее время он начал копаться в прошлом своей жены. То есть не жены, а они не были расписаны. Были какие-то проблемы в семье? Нет. Ну а что тогда было не так? Его интересовало убийство ее брата. Может быть, вы знаете историю эту 9 лет назад? Я говорил ему за день до убийства, что прошлое убивает. Он попросил меня изготовить ключи от дома, где убили ее брата.
Что значит изготовить ключи? Леха был очень талантливый во всем. Настоящий журналист. Он поехал в этот дом под видом арендатора и сделал слепки, а дальше все без комментариев. А вы, значит, активно ему помогали, да? Он был моим другом. Так, могу я смотреть его рабочее место? Да, пожалуйста. Только Леха все вещи носил всегда с собой. Говорят, что такая привычка осталась из Москвы. Девушка, вы такая красивая, может, вам не стоит лезть в эти тайны? Просто они убивают. Редакция кое-что нарыла. Титова, как думаешь, у нас у кого-нибудь здесь вообще есть утюг? Боюсь, что нет. Вы, Сергей Иванович, единственный, кто нас ночует в кабинете. Смешно. Наденьте джинсы. И, пожалуйста, побыстрее, а то кто-нибудь зайдет, подумает, что мы спим вместе. Ну и пусть думают, пусть завидуют. Обманывать людей нехорошо. Женя, ты о чем вообще думаешь? Я думаю, Сергей Иванович, что вам давно пора обратиться к офтальмологу. Ничего, кроме работы, не видите. Ага. Сегодня с утра Нестеров забрал иск. Суда на Суворова не будет. Будет. Суворова сядет, и причем надолго. Сергей Иванович. Стучаться не учили? Извините, к вам пришли просьба встречи. Кто? Болотина Полина Алексеевна. Давай, зови. Ну что сидишь? Давай, убирайся. Стол убери! А че пены столько? Экономим! Ну давай, три, веселее, давай. А ту, что за сонное царство у нас такое? Бодрее! Мальчики, бодрее, давай! Здрасте. Здрасте. Мне бы хозяина увидеть. А на что тебе хозяин? Ну, он мне по телефону сказал, чтобы утром подошла, может, на работу возьмет. А, я вижу после отсидки. Ой, я таких нюхом чую. А его нет. Уехал на целую неделю. По делам. Так что давай, иди гуляй на воле. Да, кстати, тут была до тебя. Тоже только что с зоны. Тоже зубами скрипела. Только зубы быстро обломала об меня. А тебе, я вижу, нравится людей унижать. Жаль, ответить не могу. Работа нужна, деньги нужны. А у тебя маленькая, но власть, да? Поговори еще. Она пошла вон отсюда. А тут что мы спим? А ну-ка бодрее давай. Здравствуйте, Болотина. Здравствуйте. Проходите, садитесь. Ну, сесть-то мы всегда успеем. Я лучше присяду. Ну, с вашим жизненным опытом виднее, пожалуйста. У меня к вам разговор серьезный. Внимательно слушаю. Я хочу, чтобы Александра Михайловна до начала суда жила у себя дома. Ну, как бы домашний арест. Это же возможно? Ну, в принципе. Это в принципе. В наше время... Ничего невозможного нет. Ну, тогда давайте договоримся. Я вам помогу, а вы поможете Суворовой. Что? А вы вспомните 96-й год, когда квартиру главы администрации обчистили всю. И драгоценности, и деньги. И никакого следа. Ни улик, ни свидетелей. А этим делом занимались вы. И тогда ваш перевод в Москву накрылся медным тазом. Ах, как вы сокрушались по этому поводу. Болотина, покороче можно? Можно короче. Я все знаю. Я все могу рассказать поминутно. Кто делал?
И как это делалось? А я, значит, со своей стороны должен отпустить Суворова домой? И сегодня же. Я свое слово держу. Ты это знаешь. Ты меня тоже знаешь. Что-то еще? Я свободна. Ладно. Считай, что договорились. Свободна. Пока. С ума сойти. Сергей Иванович, ты же сама Поля Болотина. Жена Дубровина, местного Робин Гуда, который грабил богатых и делился с бедными. С ума сойти. У них же 32 ограбления и ни единого ареста. А нет, у нее один, кажется, был, но еще по молодости, когда она плеснула в жениха кислоты за то, что он изменил ей перед свадьбой. Титов, ты что, охренела? Ты еще догони ее, автограф возьми. Че ты стоишь? Давай, работай. Смотри. Проходите. Здравствуй, Дина. Меня зовут Людмила Михайловна. Как ты себя чувствуешь? Хорошо. У меня же ничего не болит. Ну, вот и хорошо. Дина, скажи, а мама приходила в больницу, навещала тебя? Нет. Она, наверное, опять пьет с ухажерами. Я не хочу, чтобы она приходила. Ну, ты не волнуйся. Все будет хорошо. Вот как только ты поправишься, мы с тобой поедем в детский дом. Там тебя уже ребята ждут. Скажите, доктор, как скоро можно забрать Дину из больницы? Людмила Михайловна, можно вас на секунду? Людмила Михайловна, скажите, пожалуйста, если кто-нибудь захочет удочерить девочку, ты долго оформлять? Вообще, что для этого нужно? Прийти к нам, получить список необходимых документов, собрать справки. А что, есть претенденты? Да я просто интересуюсь. Людмила Михайловна, Дине нужно время для восстановления. По большому счету, она уже здорова, ничто ей не угрожает. Но девочка была очень запущена, поэтому мы ее поддержим себе подольше. Ее здесь любят. Пусть она немного отойдет. Ведь ей не так просто поменять свою жизнь. Хорошо. Пусть девочка побудет у вас. Ну, я тогда пойду. До свидания. Да, Оля Болотина. А ведь в академии я изучала все дела Дубровина. И знаете, что я вам скажу? Он был не просто вором. Он был гениальным вором. Его кражи — это как произведение искусства. Каждое движение отточено, каждая деталь на своем месте. Титова, ты меня достала уже с этой лирикой. У нас Афонин еще бегает на свободе. Забыла? Да! Криминалисты подтвердили, что Алексей Тимаков был убит из револьвера 38-го калибра западного образца. Интересно то, что такой же был у Андрея Чащина, бывшего сожителя Суворовой АМ. Вернее, их было два. Из одного он был убит, а другой так и не нашли. Опоздал ты с этими новостями. Ладно, надо ехать. Куда? К Суворовой. Зачем? Обыск проводить будем. Как? А ордер? Не умничай. И ты, Титова, давай-ка не бездельничай, а займись делом. Найди мне миссис Робин Гуда, и пусть она расскажет, куда увезла Суворова. Давай, давай, работай, Титова! Не понимаю, как вам это удается. Главное, что все получилось. Полина Алексеевна, а вы можете меня отвезти на конкурс к Маше? А ты думаешь, куда мы едем?
На-ка, попей водички. Да ты не волнуйся, все же хорошо. На, попей, успокойся. Так, Ириш, ну еще раз повтори, что ты мне сказала? К Суворовой приходил мужик на фотографии. Вот этот мужик? Тимаков? Он точно, да? Ну, прекрасно. Дальше что было? Дальше Суворова с Тимаковым уехала, да? Ира, ну-ка посмотри мне в глаза. В глаза мне посмотри. Я говорю, в глаза мне посмотри. Опять на нары захотела? На нары хочешь? Нет. Тогда отвечай. Потом Суворова уехала с Тимаковым? Ну! Да. Что да? Суворова уехала с этим мужиком на фотографии! Ну, молодец. А что ты так разволновалась? Оу, пистолет нашли. На заднем дворе дровами был завален. Да ладно. Здорово. Давай шуруй в отдел, оформляй его. Ага, понял. Алло, Женя, а где сейчас твоя Суворова? Она, скорее всего, отправилась на конкурс бальных танцев к дочке в ДК «Металлург», что на площади Ленина. А у нас ситуация следующая. Найдено орудие преступления. Есть свидетель, который видел, как Суворова уехала с Тимакова. Так что кранты твои, Суворовой. Местюкова я отправил в отдел оформлять орудие преступления. А сам я поехал брать ее. Пока. Ну чего, успокоилась? Ты попей, попей, водички-то помогает. Спасибо вам большое, что согласились приехать, несмотря на вашу занятость. Ну, иначе и быть не могло. Я здесь из уважения к органам правопорядка. Пройдемте в дом, Евгений. Пройдемте. Одну минуточку. Конечно. Так стоит. Картину кто-то двигал. Здесь кто-то был? Пойду посмотрю, что в других комнатах. Thank you.
своем уме? Ближе. Красивый или нет? Сейчас мы померим и поймем. Тихо. Ты чего? Нет, нет. Вы говорили, что нельзя наводить пистолет на человека. В коем случае. Ты не сможешь меня выстрелить, потому что я твой бог. Разгадка всегда была под носом, и он единственный, кто заметил ее. На месте преступления он обратил внимание на траекторию пули. Стреляли не сверху вниз, а снизу вверх. Стреляла дочь Суворова. Именно. И главный вопрос – почему? Неужели талантливый архитектор – сексуальный извращенец? Тимаков стал изучать его биографию. Дальше. Оказывается, Андрей страдал наследственным психическим заболеванием. Его и его сестру дважды усыновляли, дважды возвращали обратно. К их совершеннолетию дела пошли на поправку, но Андрею нужно было постоянно следить за своим состоянием. А он либо не захотел, либо не понимал, что болезнь может вернуться. Что и произошло. С Ольгой тоже все непросто. Приемные родители говорили о ее маниакальном стремлении защитить своего младшего брата. По их словам, Ольга была готова убить любого, кто мог бы навредить Андрею. Слава богу, что Маша ничего не помнила о том дне. Суворова, чтобы защитить дочь, взяла убийство на себя. Понятно. Но это не снимает сонные подозрения в убийстве Тимакова. Мне кажется, это делает Ольгу главной подозреваемой. Опасность миновала. Думаю, в течение часа Маша придет в себя.
Спасибо, доктор. Сейчас девочке нужен покой и хороший уход. Я буду рядом с дочерью. Я скоро вернусь. Детская анемия. Как она сейчас? Ей гораздо лучше. Понимаешь, несколько лет назад она пережила сильнейший стресс. Отсюда блокировка памяти. Мозг отказывался вспоминать сильную боль и страх. Стрессовая ситуация. Операция, наркоз. Разблокировали сознание Маши, она вспомнила. Она вспомнила. Вспомнила, что с ней случилось. Маша все время говорит о тебе. Говорит, что ты ей нужна. И сейчас нужно все осознать заново. Осознать все заново. Главное, помни, что ей нельзя волноваться. Не торопи события. Вам теперь все начинать сначала. Кирилл, я хочу увидеть Машу. Лет, да по такой тяжелой статье. Все указывало на нее. И другая. Такая спокойная, тихая. А оказалась хладнокровным убийцей. Все дело в том, что Ольга не могла иметь детей. И Маша стала ее единственной дочерью. На ее счастье девочка ничего не помнила о том дне. Но, естественно, возвращение Суворовой стало для Ольги шоком. А ведь все могло бы сойти ей с рук. Пойду извинюсь перед Суворовой за то, что натравила на нее Нестерова. Титова, ты отбрось. Считай, что это издержки профессии. А ты молодец. Такое дело раскрутила. Да что я? Это все Тимаков. Титова, ты мне послушай, запомни на всю жизнь то, что я тебе скажу. В нашем деле молодец тот, кто в живых остается при этом. Поняла? А что это сейчас такое было? Издержки профессии. А, слушай, ну... Мам, а я решила стать врачом. Ты же хотела быть хореологом. Ну, это в прошлом, это не профессия. Я хочу, как ты, лечить людей. Ладно, посмотрим, кем ты захочешь стать завтра. Ну ты что, не сомневаешься? Машка, я тебя люблю. Я буду рада, даже если ты будешь продавцом воздушных шариков. Ну, мама!
Вообще-то я уж точно решила. Просто еще не знаю, какая область медицины мне ближе. Ага. И, кстати, я даже крови не боюсь. Да? Да. Правда, правда. Ой, какая же ты дуреха. Дуреха ты. Симпатичный. Просто хочется делать что-то такое, за что люди потом спасибо скажут. Хотя даже спасибо не надо. Просто хочется быть нужной и знать, что я все сама смогу, как ты. Никогда не знаешь, чем обернется для тебя твоя жизнь. Какой стороной. Я понимаю, что моя история не случайна. Все мы отвечаем за то, кто с нами рядом и почему. Мои испытания даны мне для того, чтобы понять это. Нельзя ненавидеть людей из-за того, что в твоей жизни были жестокие уроки. Ведь она, эта жизнь, смотрит на тебя и в самый нужный момент протягивает руку. И вот ты получаешь помощь от тех, от кого не ждешь, самым неожиданным образом. Казалось бы, чужие люди вдруг становятся близкими. Только возвращайся. И если вам становится страшно от холода и боли, то, возможно, стоит заглянуть в глаза тех, кто рядом. Увидеть и их страхи, и надежду. Почувствовать, что ты не одинок в этом мире. Ну что, может, поживешь еще здесь? Ты как-то привык к этому дому. Всегда знаешь, что здесь тебя обогреют. Ну, по крайней мере, уж точно чаю нальют. Нельзя заставлять других понять тебя и поверить. Можно только верить самой. Я поклялась, что никому не расскажу причину того, что со мной произошло. Потому что на кону стоял самый важный человек в моей жизни. Моя дочь. Она не должна была пережить этот ужас дважды. И теперь я снова вижу ее глаза. Они снова светятся, как раньше. Она со мной, мы вместе. Мы можем смело смотреть в наше завтра, потому что теперь с нами ничего не случится. Я это знаю. Можете поверить мне на слово.